Всем привет, добро пожаловать на наш канал. Нашим малышам скоро 4 месяца. Многие спрашивают, почему же они у меня, я их держу. Ребят, я не силой их держу. Для некоторых служб, доставки, для перелетов это 4 месяца. Для каждого щенка своя дата. И, соответственно, каждый из них уедет тогда, когда мы договорились с хозяевами. У нас сейчас все 5. Уехал только пока Ориончик. Я обязательно покажу и расскажу каждую историю щенка, куда он уедет, какая у него семья будет. Я думаю, вам тоже это интересно, важно, многие к ним привыкли. А сейчас я сходила на Валберис, забрала корма, сейчас вам покажу. Я сходила на Валберис, первое, что я, конечно, зачем я шла, это за кормом. Постоянная запара, это чем накормить собак. Пришел нам корм вот в такой упаковке. Кстати, это прям очень здорово, потому что заказываешь иногда корма, приходит просто без ничего, без коробки, без полиэтилена. Просто вот валяется там везде, пылится. Тут вот, слава богу, есть пакетик, чтобы корм не повредился, чтобы в него никто не залез. Это прям ценно. Кстати, очень плотное качество упаковки и есть зип-замок, что позволяет хранить корм прям в пакете, не пересыпая. То есть здесь 5 килограмм довольно-таки много и можно хранить и закрывать на замочек. У меня есть маленькие контейнеры, большие, ну вообще я пересыпаю килограммчик примерно и насыпаю из контейнера. Но вот именно, чтобы хранить корм, это для меня всегда проблема, потому что во многих кормах, которые мы кормим собак, у них нет вот такой защелки. Этот корм для средних и крупных пород собак. Если у вас есть крупные собачки, я знаю, что кто живет в частных домах, практически у всех есть крупная собачка, и многие, знаете, кормят их якобы натуралкой, вот это все варят каши. Мое мнение, лучше собаку кормить кормом. И нормальным кормом, у этого корма очень адекватная цена. Я оставлю артикул и ссылку на Валберис. Он есть еще на Озоне. Прям цена достаточно, можно хорошим кормом кормить крупную собаку и не варить ей, извините, вот это вот хрючево, а кормить хорошим кормом. Также я знаю, многие, кто берет прям в магните педигри, чапи вот эти, да, боже, сейчас за цену даже этих плохих кормов можно купить хорошие корма, просто знать, где брать. В составе данного корма 43% мяса. Здесь довольно-таки крупный гранул. Сейчас мы с вами его внутри посмотрим. Хороший состав для данного корма с витаминками. Также есть, как всегда, таблица кормления. То есть для собачек даже 60 килограмм можно кормить этим кормом. Вот состав. Мясо говядины. Рис, пивные дрожжи, пребиотики, различные витаминки с добавками корм. То есть полноценный рацион это для взрослых собак. Натуральный состав, он производится в России. Я сейчас, кстати, отдаю предпочтение русским кормам. Я не хочу вот играть в эту рулетку с импортом, потому что он пропадает. Либо, извините, корм стоил 6 тысяч, потом он стоит 30. И вот это вот... Такие вот качели в ценах и с пропажей корма для желудка собаки просто не нужны. Вот такой вот удобный зип-пакет. Сами гранулы. Вот такие вот они по размеру. Приятный запах. Есть вот корма, которые просто очень вонючие и пахнут на всю квартиру. Их даже невозможно хранить. Здесь не та история. Хорошие такие бублики. Они прям, ну, я могу сказать, с рублевую монету. Ну, для средних и крупных пород это в целом не проблема. Кстати, у меня даже мелкие зачастую едят корм для средних пород, потому что они его хотя бы хоть как-то грызут, они глотают. И, соответственно, зубной налет снимается, хоть как-то, но снимается. Я корма часто взвешиваю, потому что на глаз сложно определить, особенно новый корм. Но вот у нас корги весят 13 килограмм, соответственно, ей нужно 220 корма в день. Если она два раза в день, значит, ей нужно за одно кормление 110 грамм. И я отмеряю, и сейчас уже пойму, сколько ей нужно давать. Вот 110 грамм.
кухонные весы в районе 400 рублей, и вы будете точно знать, сколько ест ваша собака. Многие ошибочно видят эту таблицу и кормят за раз. Например, за раз могут 250 грамм дать, либо там... Но это суточная норма. То есть вы делите эту граммовку на несколько кормлений. Взрослая собака ест 2 раза в день. Щенки, конечно, 3-4 раза едят. Лиля, нельзя. Моржик, молоко, можжевельник. Можно. Молодец. Вкусный? С мяском? Довольная собака. Вот, спокойно разгрызаются бублики. Довольный пес. Лиля уже все, просит добавки, облизывает миску. Что, так быстро закончилось, да? Нету больше, нету. Корм Лиле понравился. Я думаю, понравится и вашим собачкам, если у вас средняя и крупная порода. Что Лиля прям оценила. Этот корм я посоветую своей бабушке, потому что у нее собака живет во дворе, как я уже говорила. Ей тоже, думаю, очень понравится. Даже она делает там что-то в замоченном виде. В общем, я думаю, вы знаете, как кормят собак бабушки. Поэтому для нее это будет просто отличнейший вариант. Да, Лиля? Ты советуешь? Советуешь корм? Да. Смотрите, как Лиля ловит у нас. Лиля, иди вон. Сидеть. Лиля профессионал своего дела, она свое никогда не упустит. Молодец. У нее очень сильная концентрация на корминке. Голос. Молодец. Лови. Вкусно тебе, да? Вкусно? Также я забрала подарок от нашей зрительницы. Она попросила адрес Валбериса и сказала, я вам закажу подарок в благодарность за консультацию. У нее щеночки Йорка, и часто она задавала вопросы, как и что делать. В общем, она взяла очень маленьких щеночков и решила меня отблагодарить. Вот что нам пришло, вот такая вот утка с пищалкой. А сейчас вам отдам, это вам пришло клюшка. Тоже с пищалкой. И ушки. У меня собаки очень любят уши различные. Кроличьи, говяжьи, свиные. Просто это наше ходовое лакомство. Спасибо тебе большое, если смотришь. Вот, сейчас тоже в Инстаграм выложу. Не знаю, смотришь ли меня на Ютубе, но спасибо большое. Нам очень приятно. Я просто сходила на Валберис. Она мне дала QR-код, и я забрала. Здоровское решение. Спасибо большое. Прям реально приятно, что мой труд оценен. Выкупала сегодня Маркоса. У нас хоть горячей воды нет, но ему уже было прям пора. Нагрела ему кастрюльку и намыла. Вот он сушится. Давай полотенце тряси. Давай, давай. Летом они у меня сами сушатся, в принципе. Вот Лилька пришла на такие... Что тут он делает, да, Лиля? Мне кажется, все Йорки так делают, сушатся сами, чумятся. Что? Что такое? Йорки сырые такие, это чудики, конечно. Высушиться будем причесываться, да, Маркус? Да? Красавчик, красавчик. Что такое? Давай кувырок. Молодец. Еще. Две лапки. Голос. Молодец. Две лапки. Голос. Голос.
вышла гулять с мамой и дочкой. Мамка воспитывает. Алим, пойди сюда. Молодец. Здорово. Он что начинается? Коржиные игрушки. Перепрыгивает она ее знатно. Пойдем гулять. Гулять, 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 гулять. Вот так они меня бегают. Беляша тоже приучали гулять. Пойдем. Лиля, Олимпа. Оп, оп, оп. Пойдем. Лиля, зови ее. Опа, пропала. Кстати, ходят в туалет. Понимают, ученики, то, что нужно ходить в туалет на улице. Время 6 утра. У меня собаки приучены гулять утром и вечером. Я, может, сегодня с Беляшом выйду в обед? Не знаю, мне так интересно с ними гулять, чему-то их учить. На память, чтобы осталось. Пойдем! Ко мне! Ко мне! Молодец! Хорошо! Хорошо! Пойдем! Вперед! Лили, где палочка? Это любимая Лилина местность, где она гуляет. Лиля, где палочка? Смотри. Палочка. Голос. Не будешь играть палочку с ней? Вы же бегали. А? Или вы же бегали? Пошли. Бери палочку. Бери палочку, пошли. Лиля. Лиля. Еще сонные, а то бывает прям круги нарезает. Пасутся. О, побежали, побежали. Олимпик? Олимпик. Лили, палки не едим? Нельзя. Нельзя. На, пойдем. Пойдемте вперед. Пойдем. Олимпия, ко мне. Ко мне. Олимпия. Иди сюда. Молодец. Молодец. Уши так разэтывают. Смешные они вообще. Скоро нам 4 месяца. Олимпия, кролик. Кролик бобтейл. Лиля, пойдемте на площадку, пойдем. Где собачки гуляют? Пойдем. Вон туда. Пойдем, пойдем, пойдем. Вперед, иди. Олимпик. Олимпия, молодец, иди, иди. Не отставай, не отставай. Сюда мы дошли на поводке, а сейчас я ее, чтобы она, ну, она не убегает. У нее хорошее послушание, то есть если бы у нее не было плохое послушание, я бы не отпускала, конечно. А так приучаемся. Куда пакет? Нельзя пакеты брать. Олимпия тоже палками стала интересоваться. Кролик. Олимпия, ты кролик. С помпушкой. Интересная она. Ну, копия Лили. Копия. Так, пакеты нельзя. Вот у меня триггер насчет пакетов. Конечно, люди свиньи. Ну-ка, нельзя. Мне приходится пакеты эти убирать. Пойдем. Лиля. Лиля, пошли. Гуляйте. Гуляй, гуляй, гуляй. Такое вот у нас утро. Можно вообще целый день гулять, чередовать щенков. Олимпия.
Нельзя пакеты собирать, нельзя. Лучше травку поешь. Вот, молодец. Иди сюда, Олимпик. Олимпик. Бутылку нашли. Ты чем занят? Истинные корги. Лишь бы что-то пожевать. Да, Лиля? Палочница. Лиля, палочница, да. Олимпик, иди сюда. Олимпа, иди. Иди сюда. Молодец. Молодец, собака. Отдала игрушки. Олимпия поросенка никому не отдает. Никому не отдает, сказала мое. И уточкой мы тут играем. Тесса утку выбрала. Олимпия, давай делись. Олимп. А, это Беляш уже схватил. Беляш отодрал. Отодрал. Молодец. Мужик растет. Мужик. Вот, щенки радуются. Вообще обожают новые игрушки. И вкусняшки попозже, потому что они только мы покушали. Но вот эти вкусняшки мы любим. Сейчас их вот сюда положу. У меня тут, видите, ларь для вкусняшек, для корма. Вкусняшки редко даем, но зубы меняться начали. Кстати, у Олимпии уже 2 резца выпало. Началась смена зубов, скоро начнется линька. Ну и, соответственно, скоро наши малыши поедут домой. Беляш и Олимпия уже гуляли на первой прогулке. Остальные малыши начнут гулять с новыми владельцами. Решила оставить им это, этот момент для новых владельцев, чтобы они прочувствовали все это. Ай, дракошка побежала. Дракошка. Первая у нас Оливия уедет через 3 дня. Ждите видео, как ее собираю. Сегодня начну им чемоданчик собирать. В общем, очень, конечно, трогательно, печально. 4 месяца, я к ним очень сильно привыкла. Но пора всем уезжать. Все они подряд, прям за неделю все выпорхнут. Наши молодцы.